Так, кто сейчас у нас мыться будет? А? Джелочка? Джелочка? Кто у нас тут купается? Нравится? Жарко тебе? Красотка наша. Джейло. Дженнифер Лопес. Какая грудка, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, цветик, не стыдись. Жарко, жарко, уже жарко. Коняшка. Ну, лапку поднимаем, моем, так, выжимаем все лапочки. Ай, завиляла хвостом. Довольная. Постучи ей, как она любит. О, и хвостик. А чей это хвостик? Ну, отряхаться будешь? О, и селася. Такая. Сейчас она сообразит и отряхнется. Из ванны пойдем гулять по комнате. Ну? Сколько? Все, на кроватку. На кроватку леглась. Собака! Даже не слышу. Джела, иди сюда. Джела! Сколько. Жилочку покупали, да? Стой! Мама сказала стоять. Стоять! Ой, какая счастливая девчонка! Стой, стой! Вся покупанная, такая красивая, блестящая. Мамка идет, сейчас тебе кофточку еще наденет, да? Джелло. А Наське теперь полы мыть опять. Халатик. Халатик. После банный. Банный. Джелочка, стой. Джелло, покажи. Джелло, иди сюда. Ай, какая красотка, какая куколка, какой носок. Ай, красота. Ой, как хорошо. Всё. Кайф? Джела, какой кайф, да? Замерла. Замерла. А финиш. Что тут мама дает? Кусочек сыра. Лакомство-то какое. Все? А теперь вали на место. На место пойдешь? А я что, не на месте? О, мама еще и шерсти насобирала, пока Джелу мыла. Теперь будет делать повязки из собачьей шерсти, от артрита, радикулита и прочих всяких болезней. Говорит, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Вот реально, шерсти клок.